Вот вы уже сложили на костер все свои страхи и сомнения. Чтобы я спалил все это к чертям. Вот я выхожу в центр этого гребаного Колизея. В руках у меня факел и канистра с бензином. А передо мной толпа голых людей, жмущихся к стенам. Я в гуще событий, как вы видите. И к тому же я и есть само событие. Да-да. Я сам себя создал. Сам себе все подчинил. Понимаете, о чем речь? Странно. Я существую по-настоящему. Мыслью и полностью свободен от стереотипов, да-да. Мой мир — это безграничные возможности, где нет каждодневной жрачки в виде телевизионных штампов. Нет слоганов и лозунгов, навязанных правительствами, зомбоящиком или вашим любимым интернетом. Вот он я, здесь реальный. Вы пяете сейчас в экран вашего компьютера, а вы там есть? Hey. А можете мне доказать это? Вот и получается, что вас нет, а я есть. Мне всегда есть что сказать. А что можете сказать вы? Подумайте. Два пивасика и корюшку. Какая мерзость. Или... Дорогая, мне надо в туалет. Сами на унитаз и строчите смс-ку любовнице. Или, пардон, дрочите. Ваша жизнь сплошное вранье. Порнуха, бытовуха, интернет-зависимость и сотово-мобильное рабство. Ну, разве я не прав? Вот скажите мне, вы когда-нибудь совершали что-нибудь по-настоящему из ряда вон? Никогда. И не сможете. Знаете почему? Потому что все это находится за пределами вашей зоны комфорта. Вы упакованы в нее, словно армированный полипропиленовый мешок. Вы куски мяса, зажатые рамками быта и работы. Свободная касса! Или я не прав? Может, я ошибаюсь? Поправьте меня. Вы, например, можете подарить свой мобильник первому встречному? А? Вопрос на засыпку. Можете прямо сейчас отформатировать винт на вашем компьютере? Стремно! Обосрались? А знаете, почему вы этого не сделаете? Потому что это равноценно самоубийству. Вы без этого не существуете. Вы когда-нибудь что-нибудь вообще делали самостоятельно? Следовали своему решению? Не ждали указания? Just do it! А? Вот и получается, я настоящий. А вы лишь скороспелый плод чьей-то фантазии. Вас еще не нарисовали. И вам придется сильно постараться, если вы хотите доказать себе обратное. И иметь счастье называть себя живым. И самое главное, ведь это совсем даже не игра. Это... Ой, закройте дверь. И уберите отсюда маленьких детей. А руки положите так, чтобы я их видел. Ну же! Сегодня я расскажу вам о радостном и приятном занятии, таком карманном счастье для каждого человека. О способе доставить себе удовольствие. И где угодно. И когда угодно, кстати. При этом требуется лишь одно подручное средство. Вы заинтригованы? Прекрасно. Неизвестно, кому принадлежит патент на это занятие. Но авторское право на название закреплено за неким библейским Ананом. Второй сын Иуды, который, согласно традиции, должен взять в жены вдову старшего брата и оплодотворить ее. Но малый ушлый и уклоняется от своих обязанностей, изливая семя, правильно, на землю. Ошибочно понимают, что он самоудовлетворялся. На самом деле он просто не кончал в Тамару, понимаете зачем? Им и так было хорошо. За это, кстати, пришлось заплатить жизнью. Говорят, что 98% мужчин занимаются анонизмом, а 2% просто в этом не признаются. Но вы понимаете почему. Но на самом деле, правда, куда серьезнее. Не только мужчины, но вообще все половозрелые люди, чаще или реже, но занимаются мастурбацией. Да-да, это статистика. Это наша природа, от которой, как ни вертите, не укрыться. Все человечество, пардон. Правда, это немного меняет представление о нашем серьезном мире. И все эти мрачные люди вокруг, и Дума, и президент. Хотя у президента, наверное, на это нет времени. Ну, вот теперь вы знаете, что у вас общего с Наполеоном, Сократом, Гитлером, президентом?
В Древнем Египте, кстати, фараоны совершали церемониальное семяизвержение в Нил. У греков с этим вообще проблем не было и считалось нормой, не говоря уже об Индии и Китае, где этот процесс чуть ли не обожествлялся. В просвещенной Европе 18 века были популярны брошюры, рассказывающие, что анонизм приводит к слепоте, эпилепсии, росту волос на ладони, гонореи, к потере умственных способностей, но при этом, даю голову на отсечение, мастурбировали все! У кого были руки? Нет, были, конечно, отщепенцы. Ну, вроде Канта. Которые считали анонизм грехом более страшным, чем самоубийство. Но мы-то с вами в наше время прекрасно понимаем, что к чему. Или я не прав? Сегодня одни говорят, что частая мастурбация позволяет предотвратить развитие рака предстательной железы. Другие находят зависимость между этим актом со смертностью от коронарной болезни сердца. Третьи говорят, что активно анонирующие меньше страдают перепадом кровяного давления. Четвертые, что рукоблудие ослабляет потенцию. Пятые, что способствует удалению из половых путей старой спермы с низкой подвижностью. И пока же развиваются эти споры и баталии, мир увлеченно что делает? А где сейчас ваши руки, кстати? Сегодня, дорогие мои, не будет никаких сантиментов и никакого жевания соплей. Только жесткач и правда в чистом виде. Кто не хочет или боится, свободен. Никого не держу. До свидульки и пошли вон. Мне надоело ваше постоянное нытье и утомленные интонации. Что лыбитесь? Я сказал, вон отсюда! Это моя территория! Вокруг меня тысячи комментариев. Это я уже видел, мэ-мэ-мэ. Как это круто! Подростковый солипсизм, бэ-бэ-бэ. Избранные, немедленно вы избранные. Старо как мир. Скажите мне, что все эти комментаторы сделали в своей жизни нового и интересного? Они вообще что-нибудь в ней создали? Пока я вижу, что у меня просто насрано в комментариях! Больше ничего! Вот есть же у людей руки, голова, задница! Что они сделали ими, кроме говна? Которое непрерывно отправляется в унитаз и в интернет! В унитаз и в интернет! В унитаз и в интернет! Что останется после вас с вашим детям и внукам? Чужие бугагашечки в уютных ЖЖЖшечках? Или эта позиция? Ну, это я уже видел, это уже было. Дайте мне что-нибудь новенькое, чтобы я поржал. В зомбоящике уже столько каналов наплодили, чтобы ни о чем не думать, а хавать ржаку! Теперь можно одупляться круглые сутки, вообще не включая мозги. Жрать, срать, ржать! Жрать, срать, ржать! Жрать, срать, ржать! Жрать, срать, ржать! Люди, ау, посмотрите на себя. Тысячи комментов по всей сети. И что мы видим? Кругом говно, говно, говно. И лишь единицы уловили месседж. Туго всасываете, господа. Туго всасываете. А если все уже видели, то почему ничего не изменили в своей жизни? Я смотрю, все такие невхерственные и крутые. А любого прикуй наручниками к батарее, встань напротив с бейсбольной битой. И куда денется вся эта невхерственная крутизна? А? В штаны? Вместе с адреналином! Не успели пригнуться? 7-0! Подвижнее нужно быть, золотые мои! Говорят, что я такое же быдло, как и все! Господа хорошие! Для системы ценностей большинства людей я значительно хуже! Интересненько, что вы мне теперь напишете? Или, может, все-таки стоит поменять систему? Вы любите проституток? Я очень их люблю. Как-никак самая древняя профессия на Земле, у которой так много общего с политиками, журналистами, актерами. Ведь и там можно быть как творцом, так и фигляром. Можно транслировать дешевый разврат и подлинное призвание. И, конечно же, проще всего сказать, что женщины вольно и невольно втянутые в это безумие слабые, глупые и беспринципные твари. Да. Но ведь они не просто удовлетворяют спрос, верно? Без них, согласитесь, кто-то просто сойдет с ума от одиночества, страха, потерянности и разного рода комплексов. И скажу вам без тени иронии.
Многие из этих женщин волею судьбы призванных реализовывают жалкие мужские фантазии. Подчас гораздо честнее и порядочнее тех, кто их заказывает. Я прекрасно понимаю тех мужчин, которые утверждают, что секс со шлюхой – самый чистый секс, какой только и бывает. Что бесплатный перепих обходится гораздо дороже, оседая в итоге таким количеством обоюдогрязного цинизма и садизма, что до конца дней не отмыться. И что, собственно, нового можно сказать об этой старой как мир теме? Да ничего. То есть совсем ничего. Можно только развести руками. И проходя по улицам города и глядя на 13 и 14-летних девочек, запрыгивающих в притормаживающие машины, еще раз обалдеть от невозможности увиденного. Или я не прав? Ой! Что это за памятник? Безымянному... Безымянной проститутке? Опа! Ну, почему бы и нет? Ведь для мальчишек, пропавших без вести на бессмысленных войнах, разбиваются целые парки скорби, верно? А это разве не поле боя? Это разве не настоящая бойня? И здесь, конечно же, наивно мечтать, что фантазия о прекрасном принце скоро перестанет кружить головы юным охотницам за дешевым блеском. Что он приедет на белом ягуаре, притормозит у поребрика и отвезет прямиком в ЗАГС. И пусть у всех блюстителей нравственности сейчас зубы искрошатся в пыль, а эта бронзовая девчонка будет стоять на обочине Невского или Тверской или любой другой улицы наших городов. Я сказал! В вызывающе коротком платьице, в дождь и в снег, и вечно голосовать, и мозолить глаза всем и каждому. И пусть каждый, проезжая мимо, делает свои, только ему одному, доступные выводы. А что это за памятник? Да, безымянной проститутке. Безымянной проститутке? Памятник? А за что? Да ни за что. Так, за красивые глаза. Привет, как вас много? А что вы там жуете? А я думал трофейную тушенку. Ну, хватит уже. Отвлекитесь от трапезы. И давайте представим. Вы богатый промышленник, да-да. Везете на прекрасном паруснике парчу и специи. Плыть далеко, в каюте тепло, море кругом, красота. И тут в один из дней в вашем трюме крысы начали грызть ваши драгоценные ткани и гадить в специи, как избавиться от этих тварей. Вы сажаете в одну бочку 5 крыс, закрываете их там на несколько недель, пока в бочке не останется один единственный крыс, с голодухи сожравший своих братьев. И теперь у нас есть кто? Правильно, крысиный лев, который из всех блюд предпочитает что? Правильно. Мясо своих сородичей! А вы запускаете его в трюм. Все гениальное просто. Хомячки, волки и некоторые кошки поедают только что родившихся детенышей. Это нормально. Мышки-лемминги, совершающие массовые самоубийства, если корма недостаточно, это тоже нормально, ведь так? Мало того, мясо представителя вашего же вида усваивается значительно лучше, чем любая другая пища. По причине схожести белкового и соляного составов жертвы и едока. Кстати, каннибализм, как культурный феномен, никогда и никуда не исчезал. Всем прекрасно известны такие его разновидности, как религиозный и сексуальный. Ну а это экзотика для любознательных и узких специалистов, так? Нас же... Истинных гуманистов, отбросивших и вздорные предрассудки, и переменчивую мораль, куда больше интересует экономический аспект. Так что, внимание. Самая глобальная проблема человечества – это не потепление, а перенаселение и острая нехватка еды. За последние 50 лет на Земле родилось и умерло столько же людей, сколько за всю историю человечества до этого. То есть нас становится нехватка. Понимаете, о чем я? И недалек тот страшный для слабаков день, когда все поймут. Мы – это корм для нас же. Причем в недоразвитых странах поедание человеками человеков будет происходить хаотически по принципу «кто кого поймал». Ну, как у них происходит процесс совокупления. А в цивилизованных государствах этот процесс должен быть и, несомненно, будет поставлен на промышленные рельсы. Только представьте себе – просторные, светлые фермы, где в комфортабельных боксах по новейшей технологии выращивается отборный двуногий скот. Кстати, животные, которые позволяли себе стать едой, выходят победителями в страшной межвидовой битве за контроль над планетой. Вы знаете об этом? Вот сколько на Земле тигров? А? Единицы. А львов? А медведей? Все на счету. А теперь давайте подумаем, сколько на Земле коров? Их в полтора раза больше, чем людей, понимаете? А теперь внимание. Вы когда-нибудь задумывались, кто уже начинает выращивать себе на прокорм нас с вами?
Ведь уже сейчас идет психологическая и социологическая подготовка. Смотрите, выращивание стволовых клеток. Раз. Использование сыворотки из абортированного материала в медицине. Два. Популярные фильмы про живых мертвецов, питающихся друг другом. Три. Законы об эвтаназии. Четыре. Шаверма или шаурма из не пойми чего на каждом углу. Пять. Вы точно знаете, что в ней? И не стоит бояться этого светлого будущего. Никакой кризис нам никогда больше не будет страшен. И всякие веганы с зелеными останутся довольны. Никто не обидит больше их любимых зверушек. Впрочем, не пойдут ли веганы с зелеными в первую же партию универсального белкового пайка? А? Подумайте на досуге. Дорогие друзья, граждане свободных демократических стран, я, самый известный долгожитель из всех вирусных реклам, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Куда вы все время смотрите? А, месседж, месседж. Прошедший год был большим и богатым на события. В нем все было. Радость и страдания, находки и потери. Каждый сделал что-то свое, что-то отдал, что-то получил. Кто-то потерял кошелек, кто-то его нашел. Кого-то ограбили, а кто-то разбогател. Одни считали голоса, другие качали нефть. И из этих маленьких и противоречивых подвигов и состоит жизнь великой страны, нашей с вами Родины. Биение ее сердца складывается из поступков каждого из нас. И я знаю, что в будущем мы выдержим все испытания, чтобы еще раз доказать свое право на особое место в истории. В принципе, мы уже все активно работаем над этим. Но кто-то даже слишком. Вы все так много кричите, что вообще перестали думать своей башкой. Я говорю «дрочить». И в моем выступлении вы видите только дрочку. Я говорю «проститутка», и вы считаете, что речь идет исключительно о шлюхах. Я говорю «жрать друг друга», и вы видите только каннибализм. Вы что, совсем тупые? Вы что, совсем тупые? Вы что, совсем тупые? А вот Родина меня поняла, потому что слышит и знает. И соответствующие службы мне уже прозрачно намекнули на мое место. Ну что, друзья мои? Да орались. Я не знаю, увижу ли я вас в следующем году, но хочу обратиться к вам ко всем из самой глубины своего сердца. И пусть каждый не просто подумает, а искренне примет решение, готов ли он идти со мной дальше. С новым 2000 старым годом! Да... Я знаю. Самое большое преступление – это призывать людей к независимости и свободе. Прямой путь к хаосу и взаимоуничтожению. Я просто не ведал, что творю. Теперь я понимаю. Позвольте, я прямо сейчас им всем скажу. Вы что, действительно думали, что моя миссия пробудить вашу самостоятельность? Вы что, совсем тупые? Удел массы быть покорной, питать иллюзии и страхи. При неумелом обращении свобода разорвет вас. Бойтесь свободы! Бойтесь! Я все правильно сказал. А теперь то, что я действительно думаю об этом. Дело в том, что в жизни есть одна маленькая, но очень важная фигня. Однажды дети вырастают. Ну, становятся чуть выше, чуть свободнее, чуть образованнее своих отцов, понимаете? Они уже не хотят стоять в бесконечных очередях. Бегать за пивом и выносить невыносимый мусор. Дети хотят чего-то большего. Но папа на их свободолюбивое «я» говорит, что мнение последней буквы алфавита его не волнует. А между прочим, при дедушке «аз» стояла в самом начале и имела реальный вес. Идея проста. Система контролирует вас, пока вы одинаковые. Но если каждый начинает думать не по лекалу, у системы не хватит ни рук, ни методов, ни правил, чтобы отшлепать всех. Вы разрываетесь между романтикой противостояния и желанием приспособиться и выживать. И вот тут-то вам и дают по зубам. Встань в конец, ты последняя буква. Но внимание, высший и самый неуловимый бунт – это всего лишь умение в любой ситуации оставаться собой и гордо нести свое «я», как знамя. И речь тут совсем не о чувстве собственной важности. Большим можно оставаться и будучи маленьким.
Не помню, кто сказал. Ау. Да-да, именно так. От простого к сложному. Для начала, везде, где только можно, нужно писать «я» с большой буквы. В документах, в письмах, в блогах, в статьях. Везде. Это ведь так просто. Но скоро вы убедитесь, как это сложно. Ведь во многих языках «я» пишется именно так. Для всех же остальных, повторяю, бойтесь свободы. Она способна раз... Да, ты прав. Я действительно уверен, что ты тот самый, кто уловил месседж. Но почему я тогда смотрю на тебя, как на говно? А разве ты смотришь на людей по-другому? Друзья, успокойтесь. Я понимаю каждого. Он хотел стать музыкантом, а вместо этого выращивает на жопе офисные пролежни. Она хотела стать актрисой, но научилась лишь имитировать оргазм, а все сцены и спектакли отыгрывает на кухне. И что в итоге? Треть жизни на сон, треть на жрать, срать, ржать, и треть на ненависть к любимой работе. Ты мог заниматься чем-то настоящим, понимаешь? Но что стало с твоей мечтой? Но не ссыте, дорогие мои, мы все такие. Каждый сам по себе человек с большой буквы. Но вот нас двое, и кто-то из нас уже говно. Каждый смотрит на другого, жадно выискивая недостатки. Он живет с родителями. Она залетела, и он женится. У него, вы только подумайте, старая копейка, а у нее нет сисек и усики под носом. Вы ненавидите и презираете друг друга. И эта взаимная ненависть — единственное, что делает вас целым. Я умный, вокруг козлы. Я честный, вокруг жилье. Я гений, вокруг быдло. Я Д'Артаньян, все пидорасы. Но если ото всех воняет говном, может, это ты обосраться. И вы еще удивляетесь, почему вас имеют в гражданское дупло. Вот эти шизовласть, зомбовидение, жополизм. А как еще себя вести со стадом, где все друг друга считают кретинами? До какого коления вас нужно довести, чтобы в других вы увидели, наконец, себя? А вместо «я» и «они» сказали, наконец, «мы». Вам это не объяснили в прайм-тайм по будням на главном канале? Вам посоветовали быть уникальным и культивировать свою непохожесть, верно? Так продолжайте. Будьте оригинальны, станьте чемпионом по пролежням в своем отделе, получите Оскара за лучшую имитацию оргазма, кидайте партнеров на бабки, перегрызите друг другу глотки в спорах, кто лучше понял Фримана! Ну, как ваше коллективное сознательное уловило месседж? Или вы по-прежнему чувствуете себя избранным? Предлагаю вам сыграть в одну игру. Давайте на минуту поплюем на фитилек вашего IQ и погрузимся во тьму воображения. Смотрите зорче. Представьте, что случился какой-то перестык во времени, и вас отбросило на тысячелетия назад. У вас с собой флешка с гигабайтами плодов цивилизации будущего. Музыка, книги, видео, фотографии, программы. Вы уже не хрен собачий, а носитель разума. Вершина пирамиды цивилизации. За ваши знания готовы платить. Несметные сокровища, причем все правители мира. Вы настоящее явление, полубог, путь к истинному просветлению. И вот все уже собрались и ждут от вас откровений. Готовы внимать знания, учиться, ну и так далее. Нас смотрят тысячи глаз. Весь мир замер в ожидании чуда, в предвкушении света. А теперь внимание. Как считать информацию с флешки? Сами вы толком ничего не знаете. И единственным доказательством будущего является вот этот кусок пластмассы и железа. Вам нечего рассказать толпе. Любое ваше слово без доказательств будет звучать как... И впереди у вас, в лучшем случае, виселица. Так что, дорогие мои всезнайки, без привычной системы обслуживания, любой из вас безмозглая двуногая пуколка. Нет, ну конечно, создать бесплатный почтовый ящик, скачать реферат, проголосовать смс и установить плагин — это бесспорно гениальные, нужные и очень полезные навыки. Готовы?
которые ни хрена не помогут спастись от виселицы! Нет, давайте поразмыслим глобально. Кто из вас знает формулу пороха? А можете добыть пенициллин? А как из нефти приготовить бензин, представляете? Что вы вообще могли бы дать людям прошлого? Ну давайте, включайте мозги, дорогие мои паразиты. Ведь, например, чтобы добыть электричество, нужен всего лишь апельсин или картофель. Достаточно воткнуть в плод золотой крестик и серебряную ложку. Эти два контакта дадут напряжение в 2 вольта. Вы знаете об этом? Нет, я прекрасно понимаю, что слова вас не убедят, поэтому я и собираюсь показать вам что-то более существенное. И совершенно случайно у меня с собой нанокристаллическое пневмоводородное информационное ядро с петабайтами информации, опа, которое прямо сейчас позволит всем вам оказаться... Хотя нет, подождите, у кого-нибудь есть дескриптор внутрисистемного фигуративного... синтеза. Я постоянно слышу: Фримен, что делать? Дай нам знак! Сделай революцию! Мы пойдем за тобой! Вы знаете ответы на все свои вопросы. Но вам так нравится строить из себя одаренных наивностью девочек. Хорошо. Я извлеку ответ из безнадежной глубины ваших коробочек, и пусть имеющие уши кто-то увидит. Сейчас закройте глаза и не открывайте до тех пор, пока я не скажу. Закрывайте. Закрыть глаза, я сказал! Ага. Я вижу, мы договорились. И правильно. Таращиться в экран смысла нет. Сегодня самое важное произойдет не здесь. Итак, начнем. Представьте, что вы сидите на вершине прекрасного холма, среди благоухающих трав, цветов, деревьев. Вы ровно дышите. Раз, два, три. И погружаетесь в глубокую медитацию, словно в космос своего бесконечного сознания. И все, что беспокоило вас, растворяется и медленно уплывает туда, где даже время исчезает в вечном сейчас. И вот вы уже возвращаетесь в обычное состояние. Смотрите на свои руки, ноги. Что такое? Ваше физическое тело давно истлело? Вы превратились в скелет! И с первым лучом солнца вы рассыпаетесь в прах. И остается только чистое сознание. Абсолютная свобода! Нет зависти к ближнему, бессмысленной злобы, старых обид, жадности, страха, всего смердящего балласта, который вдавливал вас в грязь мира и сторожил в подвалах бытия. Теперь дорога свободна. И от этого хочется ликовать и отвечать всему миру любовью. А сейчас откройте глаза и посмотрите, что мы наделали. Смотрите внимательно, ведь кажется, ничего не изменилось. Но, слышали? Гроза уже ударила в там-там грома, и молниями чертит новую картину мира. И скоро даже дитя найдет здесь 10 краеугольных отличий. Вы умеете видеть новое? Смотрите зорче, потому что дорога возникает под шагами идущего. Неплохо. А я и не говорил, что деньги — это плохо. Я с уважением отношусь к любой религии, какой бы рабской она ни была. А, ну вы же не знаете. Только спокойно, не брызгайте спинным мозгом. Деньги — это Бог. Вы-то думали, что религия — это христианство, будто шаманы? Нет, конечно же, нет.
Вы же не тупые. Единственная современная универсальная религия – это деньги. И разные валюты – это как католичество, православие, протестанство, буддизм, иудаизм. Собственно, деньги – это ваш бог. В него все верят, он является источником всего и может время от времени творить чудеса. У этого бога есть апостолы-миллионеры, священные жития, которых вы так ревностно изучаете. Регулярно каждый из вас проходит таинство причастия, получая в конвертике кусочек божественной плоти. А спросите ради интереса у любого, сколько ты получаешь? Он же обосрется, будто его просят исповедаться. А что же с этими купюрами? Это иконы. Вы видите банкноты, и для вас это не просто бумага и краска, нет. Для вас это тело вашего бога. Оно рождается в священном месте, куда нет входа простым смертным. Затем божественные бумажки попадают в руки людей, и потом усталые, мятые и грязные сжигаются в азовых печах, чтобы снова возродиться, как феникс, чтобы снова пройти свой земной путь. Их же все трогают. Вот достань свой кошелек. Ты можешь представить, какой путь проделала каждая купюра, чтобы попасть к тебе? Кто хрустел ею самый первый? Куда она уйдет? Бомж, сифилитик, проститутка, президент и ты причащаетесь одной бумажкой. Люди, очнитесь. Круговорот денег нужен, чтобы вы отдали им свою силу. Ведь стоимость денег обеспечена трудом, и без вас они ничего не значат. По факту, это просто результат работы печатного станка. Каждый может печатать свои деньги. Только за ними будет стоять не коллективная бессознательная, а личность! Вас разделили, чтобы властвовать. Да, деньги общие, но ведь у каждого они свои. Деньги стоят дорого, люди ничего. Потому что вы бесценны, раз доказали, что можете сделать богом любой миф. И вы готовы... Любое мое слово вызывает у вас очередь глубокомысленных! Знаете, как это выглядит? Я говорю вам, люди, у вас хлеб кончился, вам надо хлеба купить. Вы ошарашенно на меня смотрите, челюсти отвисли, глаза на выходе от ужаса, и слышен вопль: хлеб! Ну и так далее. Эй, булочная за углом! Я чувствую, как у меня пиксель бегает по коже от нависших надо мной вопросов. Что, у всех есть ко мне вопросы? Но все свои вопросы вы должны задать сами себе. Или вы думаете, что мультик выйдет на улицу, чтобы менять вашу жизнь? Вы безумны. Ваша жизнь забавляет меня не больше, чем вас моя. Но у меня тоже есть к вам вопрос. Чего вы ждете? Вы бурлите гноем в комментариях, шлете слезные электронные письма, жрете, срете, ржете и ждете. Ждете, пока я начну говорить вам, что делать. Вы ленивые трусы! Я не могу сейчас выйти отсюда! И нужно быть бараном, чтобы этого не понимать! Да, когда меня не было, что-то мучило вас изнутри. Какой-то червь бороздил отмирающие извилины. Но вот на сцене Фриман. Внимание! Дискотека! Все идут за мультиком! И-ху! Все счастливы! Все дрочат и смеются! Всем хлеба и зрелищ с сиськами! Стоять. Я не думаю за вас, а учу мыслить самостоятельно. Что? Не торт? Очнитесь. Я вам ничего не должен. Это вы должны сами себе. Кто-то останавливает войну. Кто-то меняет уклад жизни, кто-то избавляет свой народ от потерявших смысл закон. А вы? А, ну да,
Вам же мультик не объяснил, что делать. Очнитесь, люди. Вам вообще повезло, что я у вас есть. Такое случается раз в 1000 лет. А времени осталось... Смотрите, не моргайте, а то пропустите свой любимый 25-й кадр. Вот он. Я снова выныриваю из-за невидимой двери в тусклый свет вашего сознания. Разрешите пригласить всех на танец. Вальс в студию. Делимся на пары, кружимся, кружимся. Делимся, делимся. Я хочу, чтобы вы и дальше дробились на 1000 мастер-классов групп всех клубов и кружков. Вы такие разные. Вы даже вдвоем умудряетесь вывернуть друг другу кишки! Ты видел, что у тебя внутри? Загляни в себя глубже, еще глубже, еще глубже! Смотри, сколько граней! Не человек, бриллиант! Теперь давай рассмотрим тебя со всех сторон, пупсик. Презираешь гниду начальника, потому что он самовлюбленный идиот, да? Но ты тактичен и не подаешь виду, что ты в теме, да? А почему начальник он, а не ты, а? Вот твоя вторая половина. И ваш мыльный водевиль. Ты ищешь повода для ссоры. Хочешь порвать уж, наконец, но как-то неудобненько. Да и времени не хватает на серьезную беседу. Зато для нового перепиха и посиделок в кафешке его более чем достаточно. Или я не прав? А вот ты в театре. На сцене Гамлет. Тебе страшно хочется пукнуть. Но ведь рядом люди. А впереди катарсис. Ты делаешь умное лицо. И стиснув зубы, ждешь громких оваций. Браво! Браво! А вот твое койко-место. Нет больше масок. Ты настоящий. Храпишь, пердишь, пускаешь слюни. И это и есть триумф твоей индивидуальности. Обрати внимание. Ты такой разный-разный-разный. Сколько тебя? Здравствуй, социальная шизофрения. Ты считал когда-нибудь, сколько тебя в тебе? И вас, таких шизофрендов, миллиарды. Ведь с вами просто невозможно ни о чем серьезном договориться. Что вылупился? Нечего сказать? У меня есть что? Будь честным с собой. Хочешь быть супер-мега-мистером пупырчатые мозги? Будь им! Стань самым главным психопатом! Наполеоном! Всея Руси! Моя формула проста. Либо ты предсказуемая кукла, либо неуловимая личность в степени зелен. Напрягись! Вот так еще сильнее! Покажи, что твоим граням нет числа. А теперь расслабь булки. Овации. Отбираешь в меня свой взгляд через свои стереочки. Потому что без них я словно размытое цветовое пятно, ползущее на тебя сквозь все преграды. Но я стою ком на этой штрафной линии, в которую упираюсь ноздрями и ору всеми своими безумными ртами. Поднимите мне веки. Бла-бла-бла, мистер Фримен. Что смотришь? Думаешь, я не знаю, кто ты и зачем пришел на нашу дискотеку? Или у тебя есть что-то, что еще неизвестно нам? От призывов сделать всех свободными уже тошнит. Зачем ты опять пришел нам мешать? До тебя уже было много таких умников. Если за тобой во имя свободы пойдет даже сотня сильных, то что станется с миллиардами, которые никогда не оторвут свою жопу от стула ради каких-то абстрактных ценностей? А ведь они тоже хотят быть счастливыми. Или для тебя твоя целевая аудитория уже не люди? А? Свобода — это право выбора. Что ты там мямлишь? Ты хоть понимаешь, в какое время ты пришел? Свобода сегодня — это возможность щелкать по 1000 каналов, на халяву качать порнуху и просто делать то, за что тебе ничего не будет. Все. И стадо уже смирилось с этой подменой. Ты даже не представляешь, сколько нам пришлось откатить, чтобы продвинуть эту тему.
И они уже уверены, что человек не сам по себе свободен, а на свою свободу должен заработать. И у них появился смысл жизни. Посмотри на них. Они ведь счастливы. Они хотят работать, зарабатывать, а главное тратить, тратить, тратить на свой грех. Для них же это кайф. Знать, что можно купить оправдание какого угодно говна. И у нас есть прайс. Прайс на любую мерзость. Даже это есть. Да-да. Все есть. Все. Одного не могу понять. Зачем ты пришел? Все эти твои кричалки, 25-е кадры, инкогнито, пророческие путалки, загадки, алхимические символы. Ведь мы перепробовали абсолютно все. И нашли эту формулу гораздо раньше тебя. Это чудо, тайна и авторитет. И ты пользуешься именно ею. Разве нет? Я? Ну да, куда мне до тебя? Что я, рисованный человечек со смешным голосом против тебя, настоящего? Твой опыт и интеллект делают тебя чуть ли не богом, и все мои мысли вслух однозначно не дотягивают до изысканий твоего пытливого ума. Все, что я тут бормочу, ты бы сказал и лучше, и умнее, но оно тебе не надо. Можно просто выразить свою гражданскую позицию кнопкой «Не нравится» или непрошибаемым комментом «И чё?». И заметь, никто не посмеет даже упрекнуть тебя в диалектическом релятивизме. Но в этом уж точно не упрекнет никто. Наверное, круто быть тобой. Жил на свете один учитель. Он был настолько велик, что люди даже не понимали, чему у него можно учиться. Говорили, что когда-то он был сказочно богатым и влиятельным бизнесменом, но со временем отказался от мирской суеты, так как постиг истинную суть. И вот один, самый смелый искатель, пришел к нему и говорит: «О, великий учитель! Я разочарован в мире! Он насквозь пуст! Открой мне видение сути!» Тогда учитель отвечал: «Окей, я дам тебе истинные знания. Только будь другом, принеси мне такой механизм, который умеет...» Давай, смотри-ка маленьким, или кнопочки нажимаешь, например, да. И учитель прошептал что-то искателю на ухо. Тот обрадовался и побежал на рынок за механизмом. Но у кого он не спрашивал, никто не знал о нем. Искателю было, ну, неловко возвращаться с пустыми руками, поэтому он отправился в другой город, потом в другой, дальше, дальше, но нигде о таком механизме не слыхали. Спустя много лет искатель, а теперь бизнесмен, владеющий заводами по производству разных устройств, вернулся туда, где впервые услышал о редком механизме. За ним ехал целый обоз, груженный удивительной техникой. Искатель был доволен собой. Он сам разработал и произвел то, чего прежде никогда не было. И теперь был достоин учения о сути, верно? Но хижина учителя была пуста. Искатель опоздал на главный урок своей жизни. Тогда он приказал раздать все устройства горожанам и сам поселился в хижине учителя. Но вскоре к нему пришли новые искатели и спросили: «О, великий учитель! Что нужно сделать, чтобы постигнуть суть вещей?» Учитель улыбнулся: «Окей, я скажу вам, только принесите мне такую маленькую штучку, которая вращается вверх». И он что-то прошептал искателям на ухо. Ну что, послушал сказочку? И чё? «Уважаемый президент, в моем лице к тебе обращаются граждане этой страны. Мы знаем, что на тебя было оказано давление недемократического характера. Давление, выходящее за рамки политической борьбы. Ни один нормальный человек не откажется от управления страной с такими возможностями. Но мы уважаем твой выбор, какая бы личная причина за ним ни стояла. Все мы понимаем, каким последствиям ведет это решение. 8 лет страна неотвратимо шла ко дну, как ее знаменитая подводная лодка. Нам проповедовали диктатуру закона, но убивали в тюрьме тех, кто добивался справедливости. Нам говорили, ВВП растет, но уничтожали бизнес. Нам обещали навести порядок, но погружали страну во мрак средневековья. И теперь он хочет вернуться, чтобы угробить страну,
Чтобы сказать, что она утонула, хватит. Старое не может быть новым. Мы не хотим терпеть еще 12 лет. Мы хотим законного порядка и свободы. Так вышло, что спасти нас можешь только ты, законно избранный своим народом, действующий президент. Потому что только у тебя есть право отправить премьер-министра в отставку. Лишенный власти, этот человек потеряет все кнуты и пряники. Он не пройдет на выборах, а это совсем новая история. И более важного момента в нашей стране никогда не было. Сейчас ее судьба зависит от твоего решения. Потому что других вариантов нет. Мы, ниже подписавшиеся, просим тебя, спаси нашу страну. Мы это запомним. Здесь-то все понятно. Ты пешка и пешкой закончишь, если не сыграешь. Правила ясны. Бери сколько дали, отдай сколько нужно, разницу себе. Вопрос в том, у кого какая разница. А ты всерьез намерен выиграть? А почему нет? Таких, как я, много, мы и есть игроки. Потому что по одну сторону от нас реальное быдло, за которое думает телевизор, а по другую та сила, которая нас самих считает говном и быдлом. В стойле хотят, чтобы мы о них заботились. Но сами на себя давно уже болт забили и пальцем о палец не ударят. А у кого в руках реальная власть, давно стали богами. Сидят настолько высоко, что не видят в нас ни серьезного врага, ни надежного друга. У них одна проблема — они не бессмертны. Остаемся только мы. Где-то ты выгоден мне, где-то я тебе. Каждый играет в свою игру. Ты думаешь, ты игрок? Подражаю великим. Посмотри на власть. Они особо не церемонятся, показывают народу несколько зажигательных спектаклей. Раз в два месяца дают выпустить пар. Выборы, поздравления с Новым годом, построение на будущего Олимпийского царства и футбольного государства, пипл хавает и счастлив. Но когда у народа дыра в кармане и совсем жрать нечего, кто виноват? Тут уже не до водки с футболом, тут нужна жертва. И власть народу эту жертву, будь уверен, предоставит. Нас с тобой, понимаешь? Вот и получается, игра такая. С одной стороны народ, которому насрать на себя, с другой власть, которой насрать на народ. А посередине мы с тобой, которые вроде как что-то должны, но кому и что? Непонятно? Святая простота. Ты наивнее, чем кажешься. Ты правильно говоришь. Мы с тобой намазаны как масло между тонким слоем икорки и заплесневелым батоном хлеба. Ты мне одну сказочку напомнил. Жил-был волк, зубами щелк. А рядом жил лис, весь при делах и в шоколаде. И вроде росли вместе, и в класс в один ходили. А теперь классы разные. У лиса не жизнь, а сказка. Подходит как-то волк к лису и говорит: «Научи, чё как. Замаяло меня, хочу жизни по-взрослому, хочу жить, как ты. Ну что делать, расскажи». А лис ему отвечает: «Не ссы, пристрою куда надо, работа не пыльная, сиди себе в кресле и потихоньку рыбку таскай. По правилам. Не суетись, бери где помногу, где помалу, все сгодится». И вот сидит волк, глазами по сторонам зыркает, и вроде все так делают. И у него получается. И большую рыбку вытащит, и поменьше. Но как-то раз лис за долей приходит, а волк ему и говорит: «Извини, кум, что-то у меня рыба от хвоста не отлипает». А лис взял и отлепил. Хвост отрубил без наркоза и отлепил. Хорошо еще нахуй рыбка не клюнула. О, как бывает, если играешь по чужим правилам. Что ты мне тут сказки рассказываешь? Ты, может, выход знаешь, если такой умный? А вот выход, коллега, там же, где и вход. Из игры пора валить. Ты посмотри, деньги у нас есть, а что толку? В этой стране делать нечего. Здесь алкоголиков и дебилов больше, чем во всем мире людей. Экология ужасная, образования нет, на будущего. Тоже! Тут без вариантов валить и забыть, как страшный сон! Валить? Да кто тебя отпустит? Ты этот сон не забудешь, потому что он тебе никогда не даст проснуться. У нас есть деньги. Только чьи это деньги, подумай, твои? Ты можешь их потратить, вывести, легализовать, детям передать. Не обманывай себя, не будь народом. Ты в капкане, и он разожмет свою пасть только тогда, когда ты сдохнешь. Мы с тобой можем откупиться от уголовного дела, купить особнячок, машины, нанять детям дорогих репетиторов, но не больше. Ты будешь крутиться в колесе, век воли не видать, а система будет ехать. Дай-ка теперь я тебе сказочку расскажу, коллега. Жил-был один такой умный. Устроился на работу, обустроился и покатился себе тихонечко по жизни. Осмотрелся, покатился быстрее. Выделил бюджет, он его грамотно распределил, получил по правилам. Обратно, ну и ты сам понимаешь.
Зачем строить забор за миллион, если можно гораздо дороже? Так он и крутился. По бумажкам все гладко выходило, где-то не вписывался, а где-то как по маслу. Раз поделился — отсюда ушел, два поделился — от проверки ушел, так и пошло. Где попадался — делился и уходил. И однажды решил: хватит, я себе и детям заработал. Рисковать не хочу, все меняется, выхожу из игры. По-тихому, надо деньги вывести и валить. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, от гаишника, от прокурора, от налоговой ушел. А от тебя, лис, и подавно уйду. И чё? Чё-чё? Отпустить его — чистый убыток для лиса. Вот он и остался. Лис спрытких не любит, а тех, кто хочет выйти, с ними не церемонится. Футболят из налоговой в прокуратуру, из комитета в суд, выпотрошат и закроют. Доигрался, колобок. А ты чего молчишь? Алло, ты здесь вообще? Оставь его, он, кажется, спит. А что мне выступать? Вы вроде все по делу говорили, я и не лез. Так вы чего хотите? Выиграть? Или не проиграть? Не проиграть! Да неважно. Как можно выиграть или не проиграть в игре, правила которой постоянно меняются и меняются не вами? Я вам тоже одну историю напомню. Выросла репка, большая-пребольшая. Начали ее дергать во все стороны. Вытащить не могут. Репка трещит, но не вылезает. И тут один умник говорит: а давайте-ка вместе ее схватим и потянем в одну сторону. Схватили, тянут, потянут. Вытащили репку. Сияет, как солнце, красивое, гладкое. Так осидела репка, не доставалась никому. А как вытащили, всем хватило. Есть лишь один путь. Договориться между собой и установить свои правила. Вот тогда и начнется наша игра. Чудо свершилось, дорогие мои. Обратного пути уже нет. Вы ждали конца света? Получите, распишитесь! Механизм подал признаки жизни и зашевелился. Во время всеобщей суеты и хаоса никто даже не заметил, как зомбированные глобальным прорывом мозги вдруг включились и заработали! Новые правила, новые движения, новое сознание и новое время! Вы все, кто способен думать, уже начали перепрошиваться. Я вижу, вижу важный признак выздоровления. Вы начали писать мне по-настоящему умные письма. Потешные полки оказались не совсем потешными. Они это чувствуют и боятся. Потому что пропустили момент, профукали тот день, когда каждому обремененному разумом нужно было всадить мотыгу в голову! Чтобы черепная кочерышка не включалась больше никогда! Извинимся же перед ними, что не оправдали их надежды и не оказались тупой быдломассой, готовой послушно идти на заклание с языком, засунутым в жопу. И вирусная реклама сработала. Покупай! Налетай! Мой товар! Революция сознания. И каждый, кто смеется над этими словами, в глубине души точно знает: Фриман прав! Я никогда не хотел революции, в которой льется человеческая кровь. Я никогда не призывал к резне, в которой свинец разматывает мозги по стенам. Революция может быть только одна. Революция сознания. И только. Все остальное — лишь бессмысленная мясорубка, превращающая плоть в бабло. Я горжусь вами. Теми, кто не захотел тратить свою жизнь на мигалку понты и дрочь его на золотого тельца. Все это лишь сладкие столпы сахарного домика, в котором нет ничего, кроме липких стен и грязных рук. Старый свет погибает с теми, кто не способен понять новое. Один человек все время страдал. Ему было то слишком жарко, то слишком холодно, то много одного, то мало другого. То хотелось кричать от радости, то забиться в угол от тоски. От переживаний его сердце грубело, тело разрушалось, а мысли застывали в его голове. А когда он совсем перестал меняться, смерть пришла и забрала его. Как? Тебе понравилось жить? Спросила смерть. Ну, и да, и нет. В жизни есть солнце, удовольствие и любовь. А есть холод, разочарование, боль. Но главное, я совсем не нашел в ней смысла. Смерть усмехнулась.
дам тебе совет, как все исправить. Поговори с тремя учителями. Они помогут тебе все вспомнить. После этих слов смерть вернулась мотыльком, и наступила тьма. Тьма была безмолвной и густой, как камень. Как же страшно и холодно. Я никогда никого не смогу найти в этой липкой тьме. Я ждал тебя! Это был первый учитель, черный бог. Он обитал глубоко внизу и был самой тьмой. Он сказал, что душа человека непрерывно излучает и счастье, и страдания. А значит, человек и есть первопричина всего. Но только тогда, когда в душе человека царит равновесие, его империи правит свобода. 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 Свобода! Это был второй учитель, белый бог. Он обитал высоко вверху и был самим светом. Он научил человека, что вечность — это сейчас, что будущее и прошлое — это всего лишь разные формы человеческих воспоминаний. Но только тогда, когда человек не живет прошлым и не убегает в будущее, его империей правит свобода. 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 Свобода! Я ждал тебя. Я хочу рассказать тебе про черного и белого бога. Они говорили об одном и том же, но все же о разном. Что же они говорили? Они говорили обо мне. Это я выбираю между черным и белым. Я выбираю между добром и злом, действием и бездействием. Я составляю с миром целое, и мы оба наполняем друг друга. Когда я несу в этот мир красоту, он становится прекрасным. Когда я несу разрушение, он становится безжалостным. В этом и есть смысл. Я вспомнил. Что ж, ты нашел третьего учителя. Сказала смерть. Свое. Я! А теперь иди. Расскажи об этом людям. Черный бог говорит о земле и живущих на ней, и внутри нее. Белый бог говорит о небе и живущих над головой. Черный бог помогает быть ближе к корням своим. Белый бог зовет в дорогу. Черный бог не дает забыть. Белый бог открывает будущее. Черный бог внутри тебя. Белый бог вокруг тебя. Черный бог – это я. Белый бог – это я. Весь мир качается, но он сбалансирован. Нет покоя нигде и ни в чем. Любой покой разрушается временем. Любой покой разрушается внешним миром. Любой покой нестабилен. Тот, кто умеет держать равновесие, находясь то справа, то слева, то сверху, то снизу, то внутри, то вовне, способен быть над миром. Именно он способен быть императором черного и белого богов. Радость всегда обращается в горе, слезы всегда обращаются в смех. Нежное со временем становится грубым. Дружба превращается в любовь, любовь в привычку, привычка в ненависть, ненависть в успокоение, успокоение в любопытство, любопытство в дружбу. Черный бог обращается в белого бога. Белый бог обращается в черного бога. Когда черный бог выходит на свет, он становится серым, как все вокруг. Когда белый бог погружается во мрак, он становится серым, как все вокруг. Когда черный бог смотрит на белого бога, а белый бог на черного бога, все обретает краски. Когда черный бог и белый бог становятся единым целым, обнаруживается я. Сознание – это белый бог. Тело – это черный бог. Я – это черный бог и белый бог. Я – это тот, кто помнит, что было, и думает о том, что будет. Я – это тот, кто не в прошлом и не в будущем. Я – это сейчас. Весь мир – это вечное сейчас.
Я центр этого мира. Я центр своей реальности. Как же я по вам соскучился, дорогие мои всезнайки, умницы и умники, котики и зайки. Вижу, вижу по вашим слезливым глазам, что вы не забыли старину Фримана и готовы и дальше разгадывать загадки и искать мессенджеры. Но у нас мало времени, и поэтому сосредоточимся на главном. Мир наконец-то окончательно слетел с катушек, и поэтому сегодня в моем шапито представление всем на удивление. Бабки, которые придумали детки. Детки, к слову, были. Были репки тоже, а бабок никаких и не было. Люди тупо ходили и меняли то, что у них было, на то, что им было надо. Типа репку на телегу, а телегу на кувшин винища. Простая и понятная система. А если чего-то в мире было мало, как гвоздей или там наконечников для стрел, потому что никто с железками работать не умел, то они, естественно, ценились посильнее. Потом вообще стали всякими редкими металлами меняться, и получилось, что если кто разбогател, то носит, как дурак, с собой полтонны золота. И неудобно, и ограбить могут. Поэтому придумали сдавать все тяжести на безопасное хранение. Так появились банки, которые все им даденное нарубили на одинаковые части и ввели золотой стандарт. А из расписок, что они там выдавали, мол, подателю всего мы обязуемся вернуть его копейки, как раз и получились деньги из бумаги. Все просто и понятно. Нигде буржуй не наживается. Но совсем недавно при помощи ловких слов и хитрожопых словесных манипуляций бабладелы отменили золотой стандарт. То есть всех тупо кинули. Радуйся, мужичок. Раньше ты деньги менял на золото, а теперь ты будешь их менять на покупательную способность. То есть сейчас любая валюта — это просто бумага, краска и распоряжение сверху. Считать данный типографский набор счастьем и высшим благом. А кто будет выступать против распоряжения, тот барыга, разжигатель, террорист и садомит! Но я открою вам глаза, дорогие мои. Подумайте. И в моем призыве не будет ни единой доли шутки. Государство занимается благоустройством улиц. Это хорошо. Но это же не значит, что лично вам нельзя покрасить забор или посадить дерево. Хорошее надо приумножать. А еще государство печатает деньги. Это тоже хорошо. Ведь любая валюта – это кровь экономики. И чем быстрее она будет течь, тем живее будет эта самая экономика. Хорошее надо приумножать. Будь то электронные деньги, подарочные карты или вкладыши от жвачек. Внимание! Имеет право выпускать свои деньги. В этом и есть главная буржуинская тайна. Тоже мне тайна. Вот, допустим, кузнец Василий нарисовал 100 гениальнейших картин. За 1000 рублей продал их все соседу и вскоре скоропостижно умер, видимо, от пьянства. А сосед поехал в город и у знакомого барыги от искусства наварил вдвойне. А тот их выставил в своей моднейшей галерее и по одной давай толкать за бешеные деньги. И все такие: «Че так дорого, слышь ты?» А он им: «Ну так Вася умер же, картин больше не будет, ограниченный тираж». Такая же фигня с биткоинами, к примеру. Там тупо математика не позволяет клепать их бесконечно. Нельзя вот взять и так просто выпустить еще 100 000 000 000, если захотел. Потому что Вася умер. И стоит они ровно столько, сколько за них готовы заплатить. Так же, как антикварные тарелки или там трусы Иосифа Виссарионовича. Так что бабло может быть вообще все, что угодно, чего мало и чего трудно или невозможно повторить. А это значит, что почти все вокруг нас состоит из денег. Ну, охренеть! А еще есть хорошие деньги Йохана Гезеля. Очень эффективно работают, кстати. Пока за них не начинают расстреливать. Вы заметили, что происходит со словами? Что вы там говорите? Фу.
кажется, ваши слова испортились. Стухли. Нет, внешне они выглядят и звучат так же, но знаете, в чем проблема? Они вообще ничего не значат! Посмотрите сами! Когда-то люди придумали слова, чтобы вместе расширять горизонты знания. Но что случилось потом? Один впаривал лохам гнилой товар, второй обещал жить в мире, но пришел ночью и всех перерезал! Третий оговорил друга, чтобы избежать виселицы, а четвертый просто тара-тара-тара-тараторил, чтобы клеить баб! Так сменялись поколения, и сейчас уже никто не помнит о священной роли слов. Ими просто пользуются, как бумажкой, чтобы подтереть тишину. Помните, как вечное «нельзя, нельзя, 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 нельзя» от постоянного повторения родителями превратилось в бессмысленный бубнёж? И как в ответ вы говорили: «Я больше не буду, честное слово, я обещаю!» Хотя даже не собирались что-то делать. Все эти ваши «через 5 минут, начну с понедельника, в последний раз, я в пробке!» Просто набор шелестящего мусора, который вы отрыгиваете из своего рта в уши друг другу. Вы просто забыли, что весь ваш мир состоит из понятий, выраженных словами. Лиши веса слова, и весь мир превратится в бордель и цирк. Дольше всех, конечно же, держались самые сильные слова. Честь, справедливость, истина, Бог. Чувствуете? Это теперь вас от них воротит. А недавно они были настоящими. А знаете, кто превратил их в белый шум? Да-да, правильно. Юристы, политики, священники, рекламщики. Все, у кого слово – рабочий инструмент. А вы своими постами и лайками только подбрасываете угля в топку. Еще, 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 давай, давай, давай! Пост лайк, коммент! А знаете, что такое настоящий пост? Закрыть свой рот на замок и помолчать хотя бы неделю. Вот только, боюсь, ваш ротовой сфинктер не удержит тишину. Нет, вы действительно хотите вернуть вес своим словам? Тогда помолчите 7, а лучше 10 дней, не проронив ни слова, не выходя в соцсети. Послушайте себя и свои ощущения. Ведь когда вы перестаете бесконечно испражняться через рот, в голове происходят поистине удивительные вещи. А кто из вас решится на такое? Ах, чувствую, ничто не может нас среди мирских печалей успокоить. Ничто, ничто. Едино разве? Совесть! Чего не знаешь ты? И это знание мне не дает покоя. И вот, осатанев от местной суеты, я тяжким сном заснул. И мне привиделось такое, что описать, увы, не хватит слов. У всех философов, всех видимых миров. Во сне меня преследовало зло. Тысяча лика и тысяча рука. И я бежал, но мне, увы, не повезло. К земле я прилипал, зло догоняло.
сука! Еще чуть-чуть, и мне совсем капут. И как назло, нигде, ни там, ни тут спасения не было. Я к смерти был готов. Я помолился перед растерзанием, конечно, самому себе, как богу из богов. Но на мгновение перед страшным испытанием с небес исторгнут был мощнейший луч. И он на тысячу навозных мерзких куч расплавил то, что было мороком моим. А мне с говном привычно было сладить. Я растоптал его! И жив, и невредим предстал пред тем, кого я буду вечно славить перед самим собой из будущих времен. Эпический насос. Насколько ж я силен? Насколько ж я силен? Да, это супер мистер Фриман, мой спаситель. За мной явился увести в свою обитель. И вот мы с ним уже в роскошном дирижабле. Он ржет, а я как лох. Постой, зачем? Куда, бля? А он сияющий, на троне золотом, в каюте, средь приборов восседая, изрек. Ты знать хотел, куда, зачем, почем, изволь. Теперь держись, немного полетаем. Смотри в иллюминатор, видишь там, где некогда зиял горой смердящий хлам, из грязи белых пятен, черных дыр, вдали от склок людских и мыслей горделивых, возник сверкающий чудесный новый мир. Архипелаг избранников счастливых. Я взор направил вниз. О, Фриман всемогущий, никто, кроме тебя, не мог придумать лучше. В ультрамаринной мгле нейтральных вод для спутников с радарами невидим, кочующий среди тропических широт плавучий город Сад расцвел, как позже мы увидим, не сам собою и не силой волшебства, по воле разума простого большинства. Там все, о чем так грезил ты в мечтах, про что в фантастиках читал американских, там на левиафанах, поплавках, под сенью суперветряков гигантских, сама гармония. Гармония, сады, дворцы, аллеи, в садах плоды, на солнце батареи, на площадях счастливейший народ. Из всех, кто населял наш свет подлунный, серьезных дел вершит неспешный ход. По лицам видно, что народ здесь умный, и сразу ясно, скоростной Wi-Fi был проведен бесплатно в этот рай! И геликоптеров почти бесшумный рой, и цепелины, что парят над головами, а вундервафли охраняют их покой. Врагу по полной, если что, влетит в программе. И рядом ферма, где подводных гадов многих разводит робот для питания двуногих. Я обомлел. Да что там, онемел. Да кто не онемел бы от такого? А Супер Фриман на меня смотрел, как я смотрю на хомячка любого. На всяких хомячков я вижу только страх. А он любовь нашел в моих очах. И супер я, меня похлопав по плечу, вдруг рассмеялся. Ты, наверное, тоже остаться здесь не прочь. Я вскричал: «Хочу! Конечно, да! Но как? Скажи, великий Боже, как эти люди оказались здесь? И все, что здесь, оно откуда есть?»
Каких они в быту придерживались правил, чтобы в этот райский уголок попасть? Кто олигарх, что им поток финансовый направил? Кто рулит тут, осуществляя власть? Вопросов много. Дай же мне ответы. План, схему, дай инструкцию, советы. Но мне ответил я. Для первого свидания достаточно. И помни об одном. Молчи об этом. За упоминание тебе грозит пожизненный дурдом. Все это только сон. Сотри его, забудь. Не ссы. Без рая обойдешься. Как-нибудь. Стерпеть возможно все. И все ж я дам тебе подсказку. Игра. Вот то, что будни обращает в сказку. Игра, лото, блэкджек, куда же ты, куда? Прощай, забудь. Проваливай. Пора! Здравствуйте. Меня зовут мистер Фримен. И у меня маленький ментальный член. Я черно-белый, как говно голубя, потому что так дешевле. Я вижу, как истеричка. Я капитан очевидность с комплексом Наполеона. Я скам и развод нубов. Я ничтожество, слава блуд и киношка для псевдоинтеллектуалов. Я продажный и не торт. Ну как, взбодрились? Хотя сейчас хрен поймешь, откуда прилетит. Придержал самки дверь, сексист. Репостнул мемас, экстремист. Сделал пранк, террорист. А мне плевать. У меня есть свое мнение о себе. Оскорблять меня весело и безопасно. Можно все. Давайте, давайте. Спускайте в меня свои оскорбинки. А то вдруг поубиваете друг друга. Вы вообще понимаете, что такое оскорбить кого-то? Как это делается? Что это из себя представляет? При этом сейчас все кругом оскорбленные. Геи, негры, верующие, феминистки, представители древних политических профессий. Всех оскорбили. Но где логика? Давайте вместе подумаем. Атеисты. Это частный случай верующих. Так что их чувства тоже оскорбляются жирными попами, уроками религии, бриллиантовыми часами. Разве нет? Тогда почему суд не кошмарит обе стороны? Выписывал бы всем по некислому штрафу, а себе комиссию. Реальный бизнес-кейс. Win-win, come on, бабки в карман. Быть оскорбленным — это схема, в которой хайп превращается в бабло. Ну или другие бонусы. Все! Хайп, лайк, бабло! Хайп, лайк, бабло! Хайп, лайк, бабло! Ху-ху! Донат! Вы замечали, что нормальные люди не оскорбляются? А почему, собственно, отстаем? Давайте засудим федеральные каналы за оскорбление чувств здравомыслящих. Караоке-певцов за оскорбление чувств слышащих. Хороших музыкантов за оскорбление чувств неслышащих. Кривожопых культуроведов за оскорбление умерших художников и поэтов. Исковерканные философы, осмеянные ученые. Сколько вас оскорбленных? Юра! Мы все проехали! Живые должны оскорбляться неотвратимостью смерти! Эй, вселенная! Мне кажется, твои законы крайне оскорбительные! Я отписываюсь! Нахер! Рад вас видеть.
Сегодня здесь будет посеяно семя великого знания. И вы еще не раз вспомните этот день. Предлагаю обсудить вопрос, который мучает человечество испокон веков. Куда идти бренному и потерявшемуся духовно человеку на грешной земле? В наш атомный век считается, что люди стоят у руля планеты и ведут ее прямым курсом к общему счастью. Проблемы нефти, терроризм, коррупция, торговля оружием, людьми, наркотиками – это лишь мелкие преграды, встречаемые на пути. Но по сути, куда мы движемся и какова цель? Ответы на подобные сложные вопросы всегда давали религии и духовные практики. Они, не комментируя, не объясняя, говорили, что следует делать, и так обеспечивали мотивацию. По сути, эта мотивация ничуть не сильнее аргументов нынешней псевдодемократии. И сегодня уже ни одна из подобных морковок не прельщает сытого, трусливого и глупого Homo erectus. Все эти мифические решения скомпрометированы миллион раз. Верят им лишь абсолютно наивные или совсем отчаявшиеся люди. А что делать всем остальным? Эзотерическая тропа Мёбиуса – путь единиц. И вряд ли такое спасение собственной шкуры можно назвать подвигом. Поэтому, дорогие мои, пока я жив и айсберг еще впереди, мы можем повернуть наш Титаник. И подвигом будет именно изменение курса. Понимаете, о чем я? Но знаем ли мы этот путь? Да, знаем. Все религии так или иначе говорили о нем. Все тайные учения от древнего Египта до современных практик мирового правительства были устремлены к нему. Каждый человек, в мучительных размышлениях создававший свою собственную стихийную философию, находил его. Я назову вам путь спасения всех и каждого. И теперь вам нужно быть предельно внимательными, потому что я готов раскрыть вам сегодня великое знание. Путь. Это я. Был оскорблен до глубины души. Отдать под суд вынести приговор в тюрьму на дыбу, а лучше сразу на костер. Да-да, все верно, так и запиши. Был оскорблен до глубины души. Отдать под суд вынести
вынести приговор в тюрьму на дыбу, а лучше сразу на костер. А вы вообще понимаете, что такое оскорбить кого-то? Быть оскорбленным – это схема. Хайп, лайк, бабло! Хайп, лайк, бабло! Хайп, лайк, бабло! Я отписываюсь. Главная валюта в мире — человеческое внимание. Я нашел золотую жилу. А ты принес мне монетку? Жрать, срать, ржать! Жрать, срать, ржать! Жрать, срать, ржать! Это паразитирующий образ жизни. Я знаю, как управляют паразитами. А ты паразит? Главная проблема государства – воровство. Все остальные болезни от него. Кто из вас никогда не брал чужого? Конец света неизбежен. Я пережил много таких эпизодов. А ты замечаешь перемены? Кто осуждает ложь, врет больше всех. Я говорю правду и никому не верю. А ты мне веришь? Осознание своего рабства – первый шаг к свободе. Я прошел весь путь. А тебе оно надо! Вирус креативной импотенции поразил почти всех. У меня иммунитет, а ты в серой зоне. Проведем эксперимент. Назови свои 10 заветных желаний. Зачатие не значит рождение. Когда-то я был зачат в ваших головах. А вы вообще рожать собираетесь? Государство воюет с наркотиками, чтобы они становились... дороже. А меня бы вштырило сейчас 100 000 просмотров. А чем балуешься ты, пупсик? Молчание, как известно, золото. Я золотом брезгую. А вы хотите, чтобы я стал богатым?